Добрый вечер. Приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Сегодня мы с вами заканчиваем 6 главу, 1 послание в Коринф. Тема, на мой взгляд, очень интересная. С одной стороны, она говорит нам о том, что тела наши являются храмом Святого Духа. И вот вступление в эту тему, начало этого смыслового отрывка – дает довольно интересный такой фон, потому что именно вот в иудаизме он как бы рассмотрен довольно подробно. И, на мой взгляд, в доступной форме объясняют вообще человеку, как это работает, вот как устроен мир. Отсюда легко понять, почему в Новом Завете говорится о том, что наше тело – это храм Духа Святого, и что наши тела принадлежат телу Мессии, и что наши тела являются частями этого тела, и они уже не могут быть частями чего-то другого вот в этом мире. Тема, на мой взгляд, довольно широкая. Она, кстати, и объясняет даже тот феномен, если это можно назвать феноменом, почему мессианский иудаизм оказался как бы в изоляции. Он оказался в изоляции как со стороны иудаизма, так со стороны и христианства. Даже это, вот на мой взгляд, субъективный, присутствует в данном отрывке. То, что мы сейчас сказали, являясь частью чего-то одного, ты уже не можешь быть частью другого. Я сразу скажу, что я имел в виду насчет мессианского иудаизма. Когда в начале II века мессианский иудаизм еще существовал наравне с теми 26 течениями, которые были здесь, в Израиле. Фарисеи, саддукеи, зелоты, ессеи, основные, иродиане, плохие, хорошие, правильное, неправильное, было. То есть мы это знаем из Нового Завета. Все это помнят, да? Ну, естественно, мессианское движение. Вы помните, когда говорили первосвященники, людям, которых посылали, они говорят, вы не успеваете, весь мир идет за ним. То есть в Израиле это движение было настолько мощным, что они, возмущаясь, говорили, вы не успеваете перекрыть как бы территорию и противопоставить что-то этому учению, которое несет молодой раввин из Назарета. Весь мир идет за ним. В глазах священников иерусалимских это выглядело, как будто весь Израиль идет за ними. Поэтому, по оценкам многих историков, верующих в Иешуа, еще в первом веке в Израиле было в районе 50%, как минимум оценивают, 50-60, довольно высокий процент. Что же произошло, когда рав Акива провозгласил Бар-Казибу, более известный как Бар-Кохба? Да? Бар-Казиба, чтобы вы понимали, это сын лжи. Это его настоящее имя по родословию. Вдумайтесь в это. А? Такое имя у человека, Бар-Казиба. Сын обмана, сын лжи. Акива переименовал его в Бар-Кохбу, сын звезды. И провозгласил его мессией. Так вот, мессианские евреи не могли участвовать в этом всем, даже поддержку собственной страны, потому что тогда отказались бы от истинного Машиаха и пошли бы за лже-мессией. Вот почему мы не можем быть частью тела Мессии и еще частью чего-то другого. Но это исторический пример, о котором, в принципе, я не планировал сказать, но так вот для общего развития. Потому что тема, еще раз повторю, с одной стороны узкая, а с другой стороны из нее открывается довольно много дополнительных дверей в другие разделы и в другие темы. С 12 стиха, 6 глава, 1 послание в Коринф. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа. Воскресит и вас силою Своею». Интересная фраза. Бог
воскресит и нас. А я что прочитал? Вас? Да. Поправка на зрение. Спасибо. Спасибо. Да. Я сейчас вспомнил, когда-то у меня был период, я тексты читал, и вот такие ошибки мелкие были, да? А было это, я вам сейчас скажу, когда? Примерно лет 13-14 назад. Ирми подходит ко мне, говорит: «Рос, пойди проверь зрение, тебе очки надо». Ты помнишь это? Еще на Черняховске мы были. И я говорю: «А чего?» Он говорит: «Ты часто ошибаешься, когда читаешь текст». Я пошел проверил, действительно, у меня уже был там плюс один где-то. Что-то такое. То есть у меня уже подплывало. Вот. Так что я прошу прощения. И нас силою Своею. Ну вот фраза, да, 14 стих. «Бог воскресил Господа». Вот люди, которые начинают мудрствовать, на мой взгляд, лукаво, это что, Бог сам себя воскресил? Или как это все это выглядит и так далее? И вот в этом смысле тоже иудаизм дает очень четкие и правильные границы. Что такое Машиах, в котором обитает вся полнота Божества телесно, и это Сын Божий? И когда задают вопрос, разве есть такие тексты? Мне приходилось, надо мной смеялись вот так вот, как бы, что у Бога есть Сын, и смеются. Вот, да? Я говорю: да, конечно, есть. И есть прямые тексты, которые об этом говорят в Библии. Второй Псалом, для тех, кто, кому это интересно, и 30 глава книги Притчи. Да. Да, у Бога есть Сын, а как же? Несмотря на то, что все Его сыновья, и ангелов Он называет сыновьями, и людей, у Него есть особенный Сын. Не тот, которого Он сотворил, как ангелов и людей. Это тоже Его семья большая. Но есть тот, которого Он родил. И вот во втором псалме Он говорит: «Бни ата айом юладитиха». Ты сын мой, сегодня я ныне родил тебя. Но это как бы дополнение к теме. То есть Бог воскресил Машиаха, естественно, потому что Мессия должен был представлять и людей, и Бога в равной степени. Это посредник, который может положить руку одну на плечо Создателя, поскольку равный ему, и человеку, поскольку равный ему. Он унизил себя вот до нашего уровня. Но это не наша тема сегодня. Я, видите, перехожу уже на евангелизацию в Израиле, можно сказать, да? Передача Благой Вести. Тоже, наверное, нужно. Все мне позволительно, но не все полезно. Как это все мне позволительно? А тут нет исключений, правда? Тут написано все. Что это значит? А это значит, что все человеку можно. Теперь второй вопрос. А как ему можно все? Вот это, наверное, будет правильный вопрос. Ему это можно в соответствии с пониманием Бога, что это не грех. Дело в том, что весь мир, в котором мы с вами живем, и даже тот, в котором мы не живем, я имею в виду галактики, созвездия и дальний космос какой-то, глубокий, там, где вообще нас нету. Вот. Все устроено так, что оно имеет потребность, которую нужно удовлетворять. И есть тот, который удовлетворяет эту потребность. Это называется рацион, желание и сипук. Поставление или удовлетворение. Алисапек, мы знаем, да, аспака – это доставка чего-то куда-то. Так вот, Бог обеспечивает удовлетворение всего творения, вот всего. Потому что солнце, вода, температура, влажность – это тоже обеспечение, и это те примеры, которые нам наиболее доступны. Что значит «все мне позволительно»? Дело в том, что когда человек растет, вся наша жизнь построена на желании. Я чего-то хочу, и как только я это получаю, я перестаю это хотеть. Например, вы хотите пить. Жажда, очень хотите пить. Вам в этот момент не нужен там, я не знаю, ни пирожные,
ни развлечения, ни какие-то концерты, программы. Вам нужно выпить воду, и вы жаждете и хотите пить. Но как только вы выпили достаточное количество воды, которое удовлетворило вашу жажду, ваше желание исчезает сразу же. Это говорит о том, что у человека есть потребности и есть обеспечение. Когда человек каждый раз превышает границы своего удовлетворения, его аппетит начинает расти. Отсюда проблемы с лишним весом. Ну, например, вот вопросы ожирения. Вы, если в Израиле позвоните и захотите сделать страховку себе, там, жизни, не знаю, здоровья, еще чего-нибудь, вам зададут ряд вопросов, и вас обязательно спросят, какой у вас рост и какой у вас вес. Для чего? Чтобы понимать, имеете вы лишний вес или нет. Потому что от этого зависит качество жизни, долгота жизни и ваше здоровье. Даже страховые компании это учитывают. Причем не в последнюю очередь. Человеку можно все. Кто-нибудь спросит, вы уж извините меня, но а наркотики? Когда человеку делают операцию, давным-давно знают, что определенные растения и смола или соки, или там выжатые вещества этого растения обеспечивают человеку блокаду, анестезию делают, либо местную, либо общую. И человека могут оперировать. Доподлинно известно, что в Древнем Египте делали трепанации черепа. Делали операции на глаза. То есть найдены люди, которые прожили после этой операции определенное время. Сверлили совершенно круглое отверстие, там не знаю, что они делали. То есть люди пользовались этим. Но если человек начнет это каждый день употреблять, возникает проблема. Об этом говорит Рабби Шауль. Все мне позволительно, но не все полезно. Человек должен понимать, что можно, а что нельзя. И знаете, откуда человек это узнает? От священников. Нравится это кому-то или нет, но задача священника – обучать людей двум вещам. Различать чистое и нечистое, и добро и зло. Фактически обучать закону Божьему или заповедям. И до того, как был разрушен храм в 70-м году, вот до этого времени, духовное образование народа лежало как раз на плечах священников с колена Левия. И они были по всему Израилю. Они просто ходили в Иерусалим, если была очередь служить в храме. А потом возвращались домой. И вот они обучали детей, они обучали народ Божьему Слову, они говорили проповеди в синагогах первого века. Ну и до этого тоже, естественно. Потом по разрушению храма эта функция перенесена была уже на раввинов. И по принципу общему уже перешло в христианские территории также. Поэтому служение пастора или учителя, или проповедника – это фактически функция священника, задача которых – обучать людей, что добро, а что зло, что правильно, а что неправильно. Для этого он сам должен быть образованным и иметь постоянно какую-то связь, общение и повышать свой уровень образования. По крайней мере, меня так учили вот мои учителя. Я не говорю об исключениях, когда люди живут, там, например, как жили при коммунистах, им нельзя было учиться в Советском Союзе. Тем не менее, Дух Святой давал людям понимание священных писаний. Есть периоды, когда нет возможности какое-то получить образование и развитие. Тогда да. Но в общем и целом нормально, ну, как бы нормально, чтобы люди обучались. Мне все можно. Что это значит?
Вырастает человек, и у него возникает естественное желание не только продолжить свой род, но еще иметь какую-то радость жизни и иметь близкие отношения. Да? Значит, он создает семью. Позволительно, это благословенно Богом. Одно. Это первое благословение. Иногда говорят, первая заповедь – плодитесь и размножайтесь. Но это не заповедь, это благословение. Там написано, и благословил их Бог, и сказал, плодитесь и размножайтесь. Вдумайтесь, первое благословение, которое услышали люди в раю, плодитесь и размножайтесь. А как правило, в религиозных кругах вот эта сфера жизни, она и замалчивается, и как-то считается такой вот неважной, недуховной, ненужной, ну и так далее. На самом деле там не только как бы внутреннее состояние человека, вот в этой области жизни, гормональный фон, который очень сильно влияет на качество жизни, уже сегодня это мы знаем, на настроение человека, будет он агрессивным или не будет агрессивным, и так далее. То есть и духовная часть жизни тоже, естественно, отсюда вытекает, потому что когда человек не голодный, вот он в нормальном состоянии насыщен, да, той или иной частью жизни, тогда он хорошо может и качественно двигаться, развиваться и работать в другой, а не думать об этом. Мысли же отвлекаются. Особенно мужчины. Это женщины могут одновременно думать о 3-10 вещах. Мужчина нет. Вот он об одном думает, а остальное он не может думать. Ему, чтобы думать о другом, надо это вынуть из своей головы, положить в ящик, а потом начать думать о чем-то следующем. Так устроил Господь нас, людей. Поэтому мне все можно, но не все полезно. И вот человек, различая добро и зло, должен знать, что полезно, а что нет. Мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Обладание – это зависимость. Зависимость – это рабство. Рабство – это отсутствие проявления божественной свободы и выбора, которое Бог вложил в свое творение. Порабощает сатан. Вы же смотрите, пока человек с Богом разговаривал, вообще без одежды голый ходил, вообще не отвлекался ни на что. Все нормально было. Ему даже сказали плодиться, размножаться, а он думает, как бы назвать ему животные, растения. Адама я имею в виду. Как только с сатаной поговорили, все, одежда нужна, еще что-то нужно. Начались сразу заботы, которых не было до этого. Не все полезно человеку. Есть вещи, которые мы заранее должны знать, их не надо пробовать. Они не полезные. И узнаем мы это из священных писаний. Вроде бы такой переход, пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Причем тут пища? Обратите внимание, Рабби Шауль дает нам примеры, непосредственно связанные с нашим телом, потому что они наиболее нам понятны. Когда человек голоден, он думает только о еде. Когда он жаждет, он думает только о том, как напиться воды. Поэтому пища для чрева – это топливо. Причем Бог это топливо сделал невероятно разнообразным по цвету, по вкусу, а еще смешивать можно эти вкусы, продукты. То есть Он дал это все для наслаждения человеку. Причем глаза, когда видят, уже ты как бы видишь, оно такое вкусное, аппетитное, правда? Ну вот когда-то мне Бог такой дал пример, я его продолжаю приводить. Бог мог бы, например, сделать человека. У него вот так здесь открывается такая дверца, вот тут. Он берет кусок стирального мыла, ну или вещество, похожее на кусок стирального мыла. Помните, 72% так написано. Положил, закрыл, оно там 10 часов. Опять открыл, положил,
как дрова. Нет, Бог сделал, чтобы ты наслаждался, как это выглядит, какой у него запах, какой вкус во рту. И сам процесс вот этот, насыщение. Но это не должно обладать тобой. Вот все, что Бог тебе дал для твоего наслаждения и для твоей радости, в иврите это называется таануг. Наслаждение. Это благословение, это браха, это хорошо. Но жизнь не состоит только из этого. Вот в чем момент. И об этом говорит Рабби Шауль. Пища для чрева. И чрево для пищи. Бог уничтожит и то, и другое. В веке грядущем будут другие источники энергии для человека. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Это была, видимо, особая проблема в Коринфе. Мы об этом уже не раз говорили. Именно здесь, в послании в Коринф, Рабби Шауль об этом говорит, и во втором послании он будет это говорить в Коринф, и в первом говорит. Тело не для блуда. Были такие учения, которые говорили, что дух, духовное состояние – это одна сторона, ну а то, что там удовлетворять потребности тела, ну нормально, естественно, можно и так, и по-другому, и как хочешь. Главное – духовно как бы расти, духовно быть продвинутым. Тут понимать эти доктрины – это Греция, уметь объяснить это все. Потому что у язычников, у греков не было проблемы с многобожием вот этим. Блуд постоянный и все, что хотите. И Павел объясняет, тело не для блуда, но для Господа и Господь для тела. То есть, создав человека и вложив в него образ и подобие, Бог позаботился о том, чтобы человек на каком-то этапе своей жизни достиг понимания, что тело его – это мешкан, тело его – это храм. Его тело – это территория для Бога, а не для блуда, не для удовлетворения похоти, не для того, чтобы чревоугодничать или пьянствовать. Не для этого. Тело для служения Богу. Поэтому Рабби Шауль объясняет, во всем должны быть границы и пределы. Вообще, вот вдумайтесь, насколько это высокая власть, когда человек имеет самоконтроль. Не кто-то тебя контролирует, не потому, что тебя заметит кто-то или словит на горячем, а в присутствии Бога ты живешь. И это самоконтроль, который идет изнутри, потому что в твоем теле живет Дух Божий. Внутри тебя живет Создатель. И когда ты начинаешь это чувствовать, переживать, вот это соединение, у тебя нет мыслей оскверняться, у тебя нет мыслей делать плохие вещи, потому что ты знаешь, что это обидит Святого Духа, это оскорбление Ему нанесет. Верующие люди сегодня тоже позволяют себе вот подобного рода мысли. И это можно, и то можно, и так ничего, и тут нормально как бы, да? Грех проходит. А я хочу спросить, у кого-нибудь было такие мысли когда-то? Взять ведро помоев вонючих, такие, знаете, прийти в какой-то храм и вот так на пол вылить эти помои. Вы когда-нибудь думали такое сделать? Так вот, когда человек, совершая грехи, декларирует, что он верующий, именно это он и производит, потому что тело наше – храм Духа Святого. И когда люди заливают этот храм помоями, вот это и происходит. И мы об этом говорили в прошлый раз. Мужеложники, малакии, прелюбодеи, злоречивые – это помои, которые выливаются в храм. Понимаете? И они оскверняют тело. Тело Мессии. Вот сейчас мы уже подходим к этой части. Разве не знаете, что тела ваши – суть, члены Машиаха? 15 стих. Итак,
Отниму ли члены у Мессии, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет блудницы. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Казалось бы, а какая параллель, какой пример бы вы привели? Написано, соединяющийся становится одним телом, так это же про мужа с женой, правда? Это же благословение. И будут два, одна плоть. А получается, ты когда с блудницей соединяешься, или с блудником, какая разница? Происходит передача нечистоты, не святости, а нечистоты. И оскверняется тело. Есть один отрывок очень интересный. У меня, в принципе, вот из книги пророка Агея к 19 стиху есть хорошая цитата. Но я хочу открыть книгу пророка Агея и прочитать вам кусочек небольшой. А вы скажите, вот соединяется у вас или нет это вместе? Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится с ней одно тело? Ибо сказано, два будут одна плоть. То есть оскверняется, оказывается, святой, а не освящается блудница. Да? Таким образом. Так говорит Господь Саваоф. Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? Отвечали священники, нет. Здесь речь идет о чистых продуктах, да? Понятно же все. Освященные, он говорит, мясо, то есть на жертвеннике зарезали, священник принес жертву, взял положенное ему правое бедро и правую грудь, часть грудины, и в тряпке, в поле несет. Несет и там зацепил кусок, хлеб, там мука. Оно теперь что, освятилось от этого? Нет. Осталось нейтральным, правильно? Читаем дальше. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их. И что они приносят там, все нечисто. То есть осквернение происходит. Если этот принцип перенести блудница и обычный человек, будет нечистым, осквернится. А если с обычным человеком будет общаться, да, не будет, или просто будет общение, не будет контакта вот этого. Проповедовать можно, говорить можно, а как будут каяться эти люди? Совокупляться нельзя, соединяться нельзя. Мне кажется, очень понятный здесь пример, я имею в виду 1 Коринфянам, а иллюстрация вот выступает как раз 2 глава, книга пророка Агея с 11 стиха, я вам прочитал вот этот отрывочек. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. То есть соединяющийся с блудницей оскверняется, но будучи неоскверненным, соединившись с Господом, наполняется Духом Святым. Становится сосудом, который принимает в себя Дух Святости. Когда говорят Дух Святой имеется в виду, что это? Дух Святой. Где-то что-то летает, какой-то Дух Святой, я не знаю, как облако, как что это, Дух. Руах ха-кодеш, перевести, если на русский язык, это Дух Святости. Второй перевод – Дух отделенности от этого мира.
То есть внутреннее состояние человека, живя в этом мире, он другого духа. Он не такой, как этот мир. Он отдельно от него, находясь в нем. Вот посылаю вас, как овец среди волков. То есть ты волком не стать не должен. Ты должен быть среди волков овцой. Здесь 22-й псалом Давида, да, или 23-й на иврите. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. В иврите написано «негет цорерай», то есть напротив них. Враги напротив, а человек сидит и спокойно кушает, и аппетит у него нормальный. И пищеварение хорошее. Это в 22-м псалме, вот это, об этом. То отдельно, а мы отдельно. Хотя живем в одном и том же физическом пространстве. Или сказать, в пространственно-временном континууме находимся. Вот, в одном. Ну, это простыми словами, если говорить. На земле. А дух другой. Принадлежность другая. Внутреннее состояние другое. Поэтому соединяющийся с Богом, с Господом, здесь имеется в виду Иешуа Машиах, он соединяется с Творцом. И поэтому отниму ли члены у Машиаха, чтобы они были там употреблены? Нет. Каждый из нас отдельно, мы кусочек тела Мессии. Мы часть этого тела. Поэтому так важно, чтобы каждый из нас заботился о святости, об отделенности от этого мира. Чтобы мы освящали себя, чтобы мы приводили себя в более доброе состояние, а не злое. Потому что соединяющийся с Господом будет одного духа с Ним. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Почему блуд? Вот постоянно мы, да, здесь в этом, блуд, блуд, блуд. Дело в том, что как только человек теряет Бога внутри себя, первое, что он идет делать, это блудить телом. Духовный блуд влечет за собой физический блуд. Потому что нет ограничений, теперь все можно. А что? Ну, если нет Творца, нет Его закона, нет Его заповедей, да? Ну, тогда все нормально. Остаются только физиологические потребности. А весь этот мир говорит, так все так живут? Ну, пожалуйста, бери и делай. И человеку легко пойти по кривой дороге вот этой. Усилий никаких не нужно. Практически. Вот для того, чтобы построить семью, построить дом, рожать детей, воспитывать их, не спать ночами, тут нужны усилия. На работу ходить, кормить надо, заботиться. Да? Где это взять? Да так один живешь, там, поел, не поел. Такое дело. Но когда на тебе ответственность уже за несколько человек, картина меняется. И знаете, вот эти вещи, тема, конечно, другая, но чем больше семья, тем легче выживать. Вдвоем лучше, нежели одному. Это все в Библии написано. Даже под одеялом согреться вдвоем легче, чем одному. Даже об этом пишет Писание. Ну, какая мудрость, так все это знают. Знают, только не помнят. И духовное тепло точно так же распространяется, друзья. Когда мы часть одного тела. Посмотрите National Geographic, как пингвины греются. При минус 72 и ветер 150 метров. Скорость. Это там вообще, я не представляю себе. Минус 72 и ветер 150 километров в час. Вы представляете? И вот они встали вот так в кучу. Слабые внутри, крепкие, крупные самцы снаружи и меняются. Все время движется эта масса. Они меняются местами, давая тепло друг другу и защищая, создавая вот этот контур. Даже животные это понимают, а люди нет. А тело Мессии, мы все члены этого тела, к
Каждый из нас несет ответственность. Сегодня люди, превращаясь на теле Мессии в бородавки и мозоли, хотят, чтобы их украшали, не знаю, там, чем-то, чтобы всем было видно, какая красивая бородавка выросла. Там, красить чем-то еще, чтобы заметно было. Люди не хотят меняться. Они говорят, вот я такой, и все, и любите меня. Но такого нет в Библии, друзья. Если бы так было, тогда зачем было бы Мессии приходить на землю? Ну вот люди такие, всех их любит Бог, ничего тогда и делать не надо. А? Автоматически всем спасение, люди же. Нет, Бог говорит, ты должен работать. Ты должен приложить максимум усилий, чтобы изменить свой характер, изменить свою суть внутри. Тогда будет награда, вечная жизнь. И Бог дает ее авансом, только нужно этот кредит правильно реализовать. К сожалению, не все это реализуют. Бегайте блуда, то есть избегайте. Сегодня многие люди оскверняются через интернет. Сегодня стал грех настолько доступным, и весь этот блуд. И люди звонят, спрашивают совет, у меня спрашивают, что делать, как победить. У меня нету других ответов, я объясняю. Очень просто. Не смотреть, не слушать, не участвовать, не разговаривать об этом. Все, нету других способов. Давид говорит, не положу непотребные вещи перед глазами своими. Вот вам способ. Не, мы думали, ты нам что-то такое. Что я вам могу объяснить? А? Я в 30 лет покаялся. Я тоже все это раньше видел и знаю. Один способ не смотреть, и все. Нету другого способа. Точно знаю, что работает 100%. Иов говорит, я заключил завет со своими глазами не смотреть на девственниц. Это ничего нового тут нет. Просто вот этот весь грех и блуд, он настолько как бы подвергся вот этой индустриализации и размножению, и доступности, что это просто жуть какая-то. Это все для того, чтобы разрушить тело Мессии. Не думайте, что для другого. Чтобы тело Мессии гнило изнутри, начиная с детства, с подросткового возраста. Поэтому, говоря об этой теме, я хочу сказать, проверяйте телефоны у детей, ставьте фильтры, не бойтесь это делать. Все должно быть открыто и доступно, иначе беда, иначе просто беда. Семью создать даже не смогут, не говоря о чем-то остальном. Я уже не говорю про здоровье, про возможность и так далее, сохранять это здоровье. Вот Авраам наш, отец. Когда женился второй раз, кто помнит, сколько лет ему было? А я вам скажу, 137. 137. И еще шестерых детей родил. Вот. 138. Да. Год траура по Саре. Согласен. Хиту развали его вторую жену. На Хитуре он женился. Еще шестерых сыновей родил. Вот вам здоровье, вот вам качество жизни. Отцов и праотцов наших. Не отвлекайтесь там, галерка. Бегайте, блуда, бегайте, понимаете? Реально убегайте. Если человек какой-то грех делает, он грешит как бы вне тела, да? Это Павел говорит. Обманул, например, там, украл еще что-то. Вот. Ну, то, что в Торе не подвергалось смертной казни. Нарушение. Но блуд, он грешит против собственного тела. А тело, 19 стих, «Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм живущего в вас, Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» А еще написано, кто разрушает храм, того покарает Господь. Так или нет? Так. Получается, когда ты блудишь, ты грешишь против этого храма,
И тебя покарает Господь. Это то, что в Библии написано. Все, кто не верят, личное дело каждого. Но это то, что говорит Писание. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших. Где это написано, кто помнит, что того покарает Господь? Недавно проходили, подсказываю. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. И 17. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17 стих. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. И тут написано, не знаете, что тела ваши суть храм живущего вас Духа Святого? И вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Не разрушайте этот храм тем, о чем написано в этой главе, в этом отрывке. Посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божья. То есть и наше тело, и наши души принадлежат Создателю. Поэтому хорошо будет, если мы будем прославлять Создателя и телом, и душой, и духом в комплексе. Но для этого тела нельзя, чтобы осквернялось. И в этой главе мы говорили, воровство, вот, обман, идолослужение, прелюбодеяние, лихоимство, пьянство, злоречие, хищничество – все это оскверняет тело Мессии, и все это оскверняет храм Духа Святого, который есть наше тело. То есть грех, который сатан постоянно рекламирует и продает. Все это нацелено на разрушение тела Мессии и нашей жизни, чтобы лишить ее качества, лишить ее долготы. Помните, написано, да, что праведники в старости сочные, то есть плодоносят, приносят плоды, которые могут питать других людей. Возраст не имеет значения. Я хочу всех нас благословить, друзья, чтобы наша святость и наша чистота не пугали нас, не надо там кто-то нам, законники, незаконники. Знаете, сколько раз я это слышал? Ты законник? Ну, я говорю, да. А что? Написано, беззаконник не войдет в Царство Божие. Лучше быть законником, чем беззаконником. А некоторые в попыхах, я говорю, а ты что, беззаконник? Да. Потом вспомнил, нет. Ну, как бы на эмоциях, знаете, вот человек не думает, лишь бы что-то крикнуть, какой-то лозунг там или плакат, не понимая. Так Павел говорит, помните в Новом Завете, да, в Деяниях, Зина, не Деяния, это послание где-то, Зина, законник, он говорит, примите, накормите, все еще с собой ему дайте, чтобы плод у вас был какой-то, законника, встретить надо, проводить. Это полезные люди в теле Мессии. А кто нам будет объяснять, как жить, как незаконники? Законники – это те, кто разбираются в законе. Или вы думаете, что нам это расскажут врачи и политики? Или еще кто-то? Они расскажут программу этого мира. Все, кто хотят знать хорошо программу этого мира, это в послании к Галатам. Ну, в 6 главе, а ну проверь. Блуд, нечистота, злорея, вот это все, это послание к Галатам, программа этого мира, четко написано, она есть. И у Бога своя программа. Поэтому я хочу нас благословить, друзья, не бойтесь быть святыми. Давайте не стесняться этой отделенности. Пусть эта отделенность будет во всем. Образ жизни, одежда, нормы поведения, наша речь, манера общения с людьми. Пусть все нас отделяет от этого мира. И другие сферы жизни также.
И пусть Бог благословит, чтобы мы в этом были благословены. Пусть в этом будет полнота и радость. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое питает наш дух. Благослови, пожалуйста, нас. Наполни нашу жизнь святостью. Помоги, Господи, каждому человеку преодолевать трудности, возникающие на этом пути. Каждый пусть победит на своем поприще, на своем поле сражения. Каждый пусть одержит победу и получит венец жизни. Благослови, Господь, чтобы тело Мессии, оно было чистым, чтобы оно было святым и отделенным от этого мира, а не перемешанным, как глина с железом. Господи, благослови, чтобы в этом была наша сила и в этом была наша крепость. Благослови молодое поколение, детей и внуков наших. И мы молимся с полной верой во имя Иешуа Мессии. Аминь.